Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Сергей, и мы рады приветствовать вас на канале агентства «Паттайяград». Сегодня я нахожусь на стройке, я не побоюсь этого слова, самого амбициозного проекта «Гранд Солэр». Вы спросите, почему? Да потому что это будет первое здание в Паттайе высотой 67 этажей. Данный комплекс будет включать в себя более 2000 апартаментов, люксы с собственными бассейнами и террасами, пентхаус площадью 1200 квадратных метров, а также уникальную внутреннюю инфраструктуру, которой хотелось бы уделить отдельное внимание. Но сначала давайте немного поговорим про особенности застройки. Погнали! Особенность заключается в том, что при строительстве высотных зданий соблюдается более высокая степень пожаробезопасности. Используется лифтовое оборудование высшего качества, звуконепроницаемое остекление толщиной от 6 до 8 мм и само строительство высотных зданий в целом постоянно контролируется и регламентируется архитектурным надзором Бангкока. Что касается застройщика, за плечами компании High Holdings уже 17 успешных завершенных проектов, поэтому гарантия качества не вызывает у нас никаких вопросов. Сдача данного проекта запланирована на 4 квартал 2025 года. Расположение на улице Топрая Сой 15 имеет удобную транспортную развязку как в центр Паттайи, так и на Пратамнак и Джамтьен. Как я и говорил, проект предлагает роскошную инфраструктуру. Бассейн с песком и искусственной волной, детский бассейн, прогулочные зоны, тропический сад, баскетбольная и футбольная площадки, теннисный корт, крытый бадминтон, бильярд, настольный теннис, несколько фитнес-залов и даже поле для мини-гольфа. На крыше здания также расположен фитнес-зал, спа-центр, бассейн и панорамный ресторан. Ну и, конечно же, ворк-зона. Бесплатная открытая парковка в несколько этажей, консьерж-сервис и магазин. В заключении можно смело сравнить Гранд Солэр с круизным лайнером, ведь все необходимое у вас под рукой. Данный комплекс предлагает нам 16 планировок апартаментов и 6 вариантов люксов. Действительно, есть что выбрать на любой вкус, цвет, размер и кошелек. Поэтому давайте не будем заострять внимание на каждом, ведь более подробная информация представлена на нашем сайте. Дизайн интерьеров выполнен с элементами арт-деко, с использованием в отделке керамогранита, который добавляет ощущение свежести и прохлады, а глянцевые отделочные материалы визуально расширяют пространство. Панорамные окна в пол и белевые шкафы со встроенными зеркалами. Во всех квартирах предусмотрены кондиционеры в каждой комнате. Также современное освещение, парящие потолки и фурнитура премиальных брендов. Гостиных, двухспальных апартаментов предусмотрена зона отдыха и обеденная зона. Кухни изготовлены с фасадами из закаленного стекла и мраморными столешницами. Что касается душевых кабин и санузлов, то тут все устроено по последнему слову техники. Я думаю, вы без труда разберетесь, как это работает. За период моего пребывания в Таиланде я уже успел побывать во многих кондо класса люкс и пятизвездочных гостиниц. Но в сравнении, Гранд Солэр – это новая эра в философии архитектуры, дизайна, гармонии и комфорта. Впрочем, бронируйте, приезжайте и убедитесь сами. Увидимся на канале и до встречи в Таиланде. Пока!